16 лучших на данный момент исполнителей страны собрались воскресным вечером в Астане, где проходил отборочный концерт. Казнет, почти месяц ожидавший это мероприятие, был активен как никогда. Специальным корреспондентом казахстанского тура «Тюрковидение» стала Макпал Исабекова, которая постила фотографии с распевки. «Пришла пожелать удачи ребятам», — написала Макося, а потом пустилась фотографироваться со всеми по отдельности. У сцены же дежурил Ерлан Алимов, успевший запечатлеть разом всех финалистов, а затем поздравивший победителей. Оттуда же вещала и Гульнар Мамсарипова, призывающая голосовать за Кешью и Серика Ибрагимова. Лидо отметила, что платье, в которое была одета ведущая вечера Майя Веронская, из ее собственной коллекции. Баян Есентаева тоже не осталась в стороне, поддерживая своих подопечных и отдельную творческую единицу Анель Аринову. Своеобразным твиттер-экспертом стал известный теле- и радиоведущий Калдыбек Жайсанбай. Он комментировал каждое выступление и еще до старта голосования отметил мощь группы «Ринго». Так в итоге и вышло. Представлять Казахстан в Турции будет именно этот бойз-бенд.